Сорока 8-летняя Анна Нетребко и Сорока 2-летний Юсиф Эйвазов счастливы в браке 4 года. Сегодня супруги отмечают годовщину свадьбы. В честь этого события оперная дива опубликовала совместное фото с тенором из Азербайджана. «Сегодня 4-я годовщина нашей свадьбы. Ничего себе! Какие прекрасные, сильные, сумасшедшие годы! Благодарна жизни за то, что ты у меня есть. И пусть так будет всегда», — с нежностью написала Анна в Инстаграм. Сам Юсиф тоже поделился снимком с женой. «Ну вот и 4-я годовщина нашей свадьбы. 29.12.2015, и почти 6 лет вместе. Навсегда. Счастливые годовщины, моя жизнь, ты даже не представляешь, что значишь для меня», — обратился певец к супруге. Анна Нетребко 6 лет встречалась с уругвайским певцом Эрвином Шротом. В 2008 году у пары родился сын Тьяго, но из-за плотных рабочих графиков влюбленные расстались. История российских звезд, которые развелись с иностранцами, можно узнать здесь. Анна Нетребко выбрала эффектный наряд для выхода в свет. Певица в бикини расслабилась на звездной тусовке в Сочи.